Соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Сами понимаете, трудно разобраться в чувствах сейчас, когда очень близко подошел час испытания, к которому мы готовились долго и страстно. Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, которые я испытал, когда мне предложили совершить мне первый в истории полет. Радость? Нет, это была не только радость. Гордость? Нет, это была не только гордость. Я испытал большое счастье. Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем? До гола сегодня. Да, привет, ребята. Мы тренировочный на голе. День. Сегодня первый официальный тренировочный день. Вот пиво нам дали на голе. Да. Даже тренировочный день. Все круто. Виталик. Пассивился сегодня. Да, да. Посрывали ленточку. Хорошо срывается. Такие штучки у нас, видите, вот моргают, мигают. Трекеры, по которым вы можете следить за нами онлайн. Новогодние. Следите за новостями. Пока.